К другим темам. В Казком пришла новая команда топ-менеджеров. Молодые управляющие директора, профессиональные специалисты, которые на финансовом рынке не первый год и имеют уникальный опыт в экономическом секторе. В Казкоме говорят, что именно появление новых специалистов обеспечит необходимую динамику банку и внесет положительные изменения в жизнь финансового института. Кто они и как изменится работа самого большого банка второго уровня в Казахстане, знает Наталья Райм. Новая команда, обновленная стратегия, улучшенный сервис. Казком укрепляет свои позиции после покупки ВТА банка. Сегодня это самый крупный финансовый институт в стране. В два раза больше клиентов, отделений, сотрудников. С новым дыханием вливаются молодые специалисты. Миржан Каракулов, Мурат Сулейменов и Аскар Дарменов. Богатый опыт в сфере корпоративных финансов, страхования и управления рисками в государственных и коммерческих компаниях вселяет уверенность. А программа клиентоориентированной трансформации, запущенная год назад, уже дает положительные результаты. Мы провели стратегический анализ ряда сфер и пересмотрели все банковские операции, делая основной акцент на максимальной эффективности и на трансформации клиентоориентированности. Улучшенное обслуживание клиентов – это стратегическая сверхзадача. В Казкоммерцбанке планируют в несколько раз сократить время ожидания клиентов. Сейчас этот показатель равен 10-15 минутам, но в идеале он не будет превышать 5. Кроме того, Казком внедряет инновационные проекты. Так уникальной услугой можно считать сотрудничество Казкома с Казпочтой по установке и интеграции постаматов, запуск специального бота для программы Telegram, мессенджер для мобильных устройств и даже совместная с Booking.com travel-программа, которая позволяет вернуть 7% от стоимости брони отеля. В основу стратегии заложены принципы клиентоориентированности. Мы хотим, чтобы клиенты выбирали наш банк, потому что мы не только крупные, но и в том числе потому, что мы оказываем лучший сервис. Даже век высоких технологий, далеко не у всех есть банковские пластиковые карты. Поэтому Казком придумал упрощенный вариант перевода денег для тех, у кого нет карты. Допустим, вам надо сделать перевод в Астану. Отправляем 20 тысяч тенге. Все, теперь эту сумму человек, которому вы отправили деньги, получит без карты, но со специальным кодом, который придет ему в виде СМС. Еще один новый продукт Казкома – мультивалютный депозит. Имея такой вид вклада, клиент может менять валюту в соответствии с финансовой ситуацией на рынке. Здесь отмечают рост депозитов, а тенговые вклады уже выросли с 10 до 15%. Банкиры в ближайшие 10 лет ожидают прогрессивных перемен. В первую очередь, благодаря внедряемым инновациям. Наталья Райм, Даниил Жусупов, Информбюро, 31 канал.